Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82% избирателей. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительны. Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма. Знать, что значила и значит Россия для Крыма. И Крым для России. В Крыму буквально все пронизало нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг, обращение к православию, предопределили общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым — это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сахунгора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести. Крым — это уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на Большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. Кстати, сегодня из 2 200 000 жителей Крымского полуострова почти 1,5 миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают русский язык своим родным языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на Россию. Да, был период, когда крымским татарам, так же, как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно, от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа.
решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме. Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая родина. И будет правильно, если в Крыму, я знаю, что крымчане это поддерживают, будет три равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства. Бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего 20 века. После революции большевики по разным соображениям, пусть Богом будет судья, включили в состав Украинской Союзной Республики значительные территории исторического юга России. Это было сделано без учета национального состава жителей. И сегодня это современный юго-восток Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области. Заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало? Стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы? Пусть с этим разбираются историки. Для нас важно другое. Это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос решили кулуарно, между собойчиком. Естественно, что в условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чем не спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому счету, нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, по большому счету это решение воспринималось как некая формальность. Ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но это произошло. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество независимых государств станет новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооруженные силы. Но все это осталось только обещаниями. А большой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили. Вместе с тем, надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив парад суверенитета, способствовала развалу Советского Союза. А при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота Севастополь. Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей. В одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках. А русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире. Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане совсем недавно говорят, что тогда, в 91-м году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что Россия? Опустила голову и смирилась. Проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы.
Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему. Говорили, что Крым — это исконно русская земля, а Севастополь — русский город. Да, все это мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из сложившихся реалий и уже на новой базе строить добрососедские отношения с независимой Украиной. А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются, и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения. Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться деталями переговоров, проходившими в начале 2000-х годов. Тогда президент Украины Кучма попросил меня ускорить процесс делимитации российско-украинской границы. До тех пор этот процесс практически не двигался. Россия вроде признала Крым частью Украины, но переговоров о делимитации границы не проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем не менее, я сразу дал указание российским ведомствам активизировать эту работу. Работу по оформлению границ. Чтобы было понятно всем, соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически признавали Крым украинской территорией. Тем самым окончательно закрывали этот вопрос. Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой сложнейшей теме, как разграничение акватории Азовского моря и Керченского пролива. Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что хорошие отношения с Украиной для нас главное. И они не должны быть заложником тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на ее юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права. Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. И, конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и государственного перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет. Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы самостоятельности, независимости, власть, что называется, их достала, опостылила просто. Менялись президенты. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом власть придержащих мало интересовала, чем и как живут простые люди. В том числе, почему миллионы граждан Украины не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на подённые заработки в другие страны. Хочу отметить, не в какую-то силиконовую долину, а именно на подённые заработки. Только в России в прошлом году их работало почти 3 миллиона человек. По некоторым оценкам, объем их заработка в 2013 году в России составил более 20 миллиардов долларов. Это порядка 12% ВВП Украины. Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности. Право на мирный процесс, протест, демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие цели. Они готовили государственный переворот.